Больше сотни участников собрал Жарменовский спортивно-творческий фестиваль водных видов спорта. В этом году его приурочили к Олимпийским играм и экологической акции «Таза-Казахстан». Организатор мероприятия – Ассоциация гребли и парусного спорта Туркестанской области и города Шымкента. Спортсмены и тренеры собрались на альпинистской поляне «Буревестник» ущелья Сайрамсу. За 4 дня, помимо соревнований, участники представили мастер-классы и творческую программу. Стараемся максимальную территорию охватить для того, чтобы собрать мусор, навести порядок и тем самым приучаем наших спортсменов бережно относиться к природе. В этом году на Олимпийских играх в Париже нашу страну представили 5 спортсменов из ассоциации гребли Туркестанской области и города Шымкента. Мы много сил прикладываем для того, чтобы водные виды спорта, гребные виды спорта вывести в республике на достойный уровень. И вот в преддверии вот этого важного знаменательного события мы вот и организовали в поддержку их вот такой фестиваль, потому что они смотрят, следят в соцсети, наши спортсмены их поздравляют. Мы освещаем им полностью это мероприятие, им это тоже приятно. И мы, как говорится, свою лепту тоже вносим в это, вот, чтобы их поддержать, чтобы они чувствовали, что они не одни и чувствовали нашу поддержку.